Это пробел ручной тормоз, да, походу? Серьезно, такой есть? Можно же вообще летать нахуй на СТ-шках. Бля, хочу стального охотника играть. Отец, че хуйная тема? Такой мем, просто летишь, такой чисто пробелчик, оп. А я не знал, что пробел это ручной тормоз. Я бы так всегда залетал бы. Под пробел чисто так, знаешь, гонишь такой, типа, горки потом такой, типа, я пробел. Я у меня была броня, борта. Ебать, реально! Вот кайф! Дец, я не знал. Да не, я тупо тут суету, бля, навожу просто, ёп, на танке. Да не, зырочи на меня, алё. Какой вас гонишь такой, типа? Бля, это гениально вообще, пиздец. Я не успеваю идти ничего. Я скорее всего не поеду дальше. Что да. Сейчас патроночь. Никто не принимает взвод. Никто. Никто не принимает взвод. Кто не принимает взвод из этих уёбков ебаных? Чел на 32. За... Просто. Открой карту, блядь! Посмотри, где Т-62. Открой карту, посмотри, где Т-62. Я знаю, да, я знаю. Ты знаешь почему? Знаешь почему Т-62 такой? Он прокачал стопудовый С-7 своего, да? А Т-62 можно купить типа так. Если ты качаешь этот левел, то можешь купить Т-62. И он походу так и сделал. Чё, понял, Ник Бэтмен? Ник Бэтмен. Кинь прикол с ЕБР, который у нас вон стоит на базе, типа. Может, он что скажет интересно. Никто не берет. Че, говорит, играю в отличие от тебя, аналитика. Играю. Играю на Леопарде, стою на заводе. Играю. А танк? Может быть. Что? Бэтмен. Я в отличие от тебя играю, аналитика. Ноль урона, блять. Чел, три ночи, я бы сейчас просто разбил, блять, об голову нахуй, я просто приехал бы его. 62-ка 400 урона, блять. А?